здравствуй, здравствуй. Не бойся. Я ничего не сделаю. Нет. Я тебя постригу. Ты же пришел ко мне на стрижку, да? Ой, а что-то я не вижу. Где ты? Ах, вот ты где. Вот ты где. Что ты? Как можно меня бояться? Не надо меня бояться. Я добрый, злой. Злой. Мне надо что-то было. Ты понимаешь, мне надо было что-то кушать.
массаж, 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 да, массаж, понимаешь, да, массаж, 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 все подхорошо, все подхорошо, все подхорошо, тихо, 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 тихо. Ой, у меня бывает, да, вот ты заметил, да, если она побежала по подбородку, у меня так бывает иногда, когда закрываю рот просто, она не бежит, а когда открыла рот сразу, почему-то вот она бежит, все, такая стройка, знаешь, ну, иногда целая ложица накапывает, да, давай его съедем. Нет, мы тебя не съедим. Ну что ты, что ты, что? Ну пока что нет, конечно, мы с тобой будем играть, ведь ты наш друг, 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 ты наш. Я сам, ты знаешь, я сам любил лазить по заброшенным подвалам, да, когда-то я тоже. Пока все тут шел, пока не залез в этот подвал, потом я увидел, я кое-что увидел, но я не могу тебе сказать, я разве что только на ушко, и я увидел, это было что-то, я даже не знаю, и ты увидел меня, кого я увидел, никого не увидел, все хорошо, все замечательно, да, но я хотел уйти, но не получилось, я стал здесь играть, играл здесь чаще, потом опять приходил сюда, и вот здесь я теперь здесь живу, у меня много друзей, я сначала я играл с крысами, да, ты их съел, я не ел, это он все съел, да, потом я играл с голубями, да, вот, а потом у меня закончились друзья, я начал играть с людьми, понимаешь, вот, как здорово, что ты ко мне в гости пришел, давайте хоть я тебя хоть угощу, вот у меня есть такая вот, ну это я чай делаю, я знаешь, как его чай делаю, я его делаю из грязи, у меня есть такая грязная вода, там она, у нас болото здесь недалеко, и тут просачивается вода ко мне в подвал, я делаю его из грязи, потом я наливаю грязь, попробуй чай, да что ж ты, давай я тебе помогу, что-то у тебя не получается, давай, вот так, молодец, хорошо, вкусный чай, да, почему ты выплюнул, слушай, попей немножко, нет, не хочешь больше, ну ладно, как хочешь немножко, я тебе угощу, еще у меня есть вкусная очень вкусная бумага, хочешь, сейчас, подожди, угощайся, пожалуйста, я, это только для гостей, да, у меня, это самая лучшая кушина, не хочешь, нет, давай тебе немножко вытру, у тебя тут немножко что-то запачкался, ты, наверное, чай, как-то неаккуратно ты пил, у тебя все запачкалось здесь, запачкалось, сейчас, смотрю, что ты мне не веришь, что я добрый. Я думаю, что когда, если я тебя отпущу, то ты расскажешь всем, что я злой, что я тебя связал. Никто не захочет сюда ходить. Но если никто не захочет сюда ходить, то с кем я тогда буду дружить? Ведь крысы с голубями уже закончились.
он сейчас ушел, но он вернется, но он не дружелюбный совсем, понимаешь? Даже не знаю. Как думаешь, что стоит сделать? Может быть, стоит отпустить тебя? А может быть, стоит тебя скушать? Обещай мне, что ты купишь мне большой чизбургер в Макдональдсе, колу и картошку фри, пожалуйста. Ладно? Хорошо, договорились. Ты поставишь перед дверью в подвал и все. Давай, сейчас тебе деньги там нормально не пойдешь. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!